Занимаюсь заправкой. Вот она, хваленая ГКшная канистра на 20 литров. Заколебала меня, блядь, всю дорогу. Течет с нее бензин. Вот Expedition на десятке. Все с ней нормально. Блин, вот это... Не сама канистра, а носит. Дома как-то не рассматривал все это дело. А тут когда дошло уже, жареный петух в жопу, как говорится, клюнул. До цивилизации хрен на сколько километров. Вот занимаюсь переливалками. Посмотри, какой корявый носик у нее. Какого корявого пластика видно вон какие на нем. Ну, поскольку он даже видно, что он неровно круглый, вот в этих местах больше, в этих меньше. Вот, соответственно, сейчас покажу. Резинка. Тоже какая-то хлюпенькая. Вот, видно, что резинка сидит неровно совсем. Буграми такими. Соответственно, когда мы ее пытаемся ставить хоть так, хоть так, из-за того, что он неровный, резинку вот так вот выворачивает, и все это начинает течь. Вот, не знаю, как это все переделывать. Лучше бы были бы как у Expedition глухие пробки. Короче, я сейчас ее буду переливать всю. Частично залил в бак, частично сейчас перелью в Expedition десятку. Экстримовская, которая. Ну вот эта херня меня, конечно, расстроила. Я за нее денег отдал. А такое говно, оказывается. Не ожидал. Вот, буду в переливалке играть дальше, на реке Стрельне.